что, Владимир Владимирович, я должна сказать, если я к нему попаду? Вы начали говорить про то, что не хватает воздуха. И мы ушли с вами в такую длинную-длинную историю. Вот как... Он же скажет, у вас есть или не он? И мне скажет, у вас есть 5 минут. Вот что в эти 5 минут надо сказать? Ну, во-первых, он будет уверять, что он к этому отношения не имеет. Я не буду даже об этом спрашивать. Нет, а вы же с просьбой придете. Помогите. Помогите от нас, называется. И так далее. Но мне кажется, что так уж случилось в нашей стране, что все решает один человек. Это ужасно. Это ужасно. Но при этом это все-таки как-то иногда срабатывает. Потому что все, чем он обложен, ведь он уверен абсолютно, что вся страна поддерживает то, что мы вошли в Крым, взяли Крым. Ну, и он почти прав. Достаточно большое количество поймите, людей поддерживает. Ну, нет нормального человека, который бы не пожалел, что Крым Хрущев с Бодуна вообще непонятно с чего отдал Украине. Но так сложилось уже.